дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено на небесах, земных и преисподних. Аминь. Все будут стоять на коленях перед нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Это стоит в Библии, и это истина, которая дает конкретно сейчас и сегодня каждому шанс сегодня уже прийти к Богу, потому что завтра никакой гарантии не будет. Я недавно чувствовал себя хорошо, у меня стукнуло там сердце и живот, боли сильные, болели грудь, я думал, все, я умру. Получается, жизнь наша может закончиться быстро. Говорю от чистого сердца тебе, друг. Начни читать Библию, покайся, просто чтобы ты пришел к Богу, к Спасителю. Просто познай Библию от своего сердца, познай истину, чтобы в твоей жизни жил Спаситель Иисус Христос. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это хочет Господь наш Отец, чтобы все дети вернулись опять к нашему Творцу. Это есть Господь. Благослови вас всех, Господь, и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Познайте истину, и истина сделает вас свободны. А истина – это Слово Божие, Библия, Иисус Христос. Он есть истина, которая приводит к Богу в рай и освобождает тебя от ада и вечного огня. Библия также говорит, что Иисус Христос освободил нас от клятвы закона и сделался за нас клятвой. Аминь. Слава Богу, Иисусу Христу. Спасибо.